Чужих меж нами нет, мы все друг другу братья, под вишнями в цвету. Для мастера мы все, как дети с подворотни, он нас готов учить и нежно убивать. Приветствую вас, фиалки в тени бегемота, с вами Федорович. А сегодня мы начнем с самой что ни на есть жести, от которой некоторые из вас убегут пугать фарфорового друга, некоторые переосмыслят свое бытие, а некоторые станут самой страшной грозой района. А куда должна выходить? Видите? И далее она выполняет свою функцию. При подходе спереди то же самое. А, видите движение? Именно это движение, тянущее, бьющее. И после этого, опять же, вы должны четко рассортировать и осуществить захват, почувствовать противника. Если упустить момент, что инструктор нападает сзади с захватом за яйца между ног, то это действительно действенный прием для улицы. После такого захвата мало кто сможет что-то сделать. Правда, после этого слава о вас пойдет не очень хорошая. Но меня больше всего смущает, как можно это отрабатывать на тренировках. Ведь после недельки таких поглаживаний напарника субботний вечер точно закончится в голубой устрице за бокальчиком маргариты. Когда у тракториста заканчивается топливо, ему приходится ехать трезвым. А когда у мастера заканчивается энергия, ему приходится уходить в нирвану для ее пополнения. Поэтому одевайте шапочки из фольги и защитные костюмы, ибо сейчас будет очень серьезное и опасное видео. Если вернуться к объективизации, вы не так давно демонстрировали некий импульсный удар. Да. Он возможен при особых условиях? Бывает, посмотришь на девушку, на вид богиня, а в сердце ведьма. А бывает, взглянешь на мастера и сразу понимаешь, что он и на вид, и на деле полный демон. Сейчас я вам покажу очень секретного сенсея. А пока вы будете смотреть видео, я прочитаю описание этого же мастера к своему видео. То, что я показываю на видео, для многих непонятно. Ведь я никогда не покажу все, что знаю. Это очень опасно. Это лишь малая и самая безобидная часть техник из моей смертельной системы. Если вы хотите обучиться всем тайным знаниям, пишите мне в личку. По видео тяжело понять, чем я занимаюсь. А ведь я дрессировщик собак. Причем самый лучший. Собаки чувствуют мою силу и подчиняются. В принципе, как и люди. Когда я демонстрирую лишь малую долю знаний. Работа с оружием, которую я показываю, очень опасна. Но я не буду демонстрировать тайные удары для всех. Только для тех, кто готов стать моим учеником. Не знаю, может мужик реально крут, а таким видео сразу отсеивает всех спортсменов, ведь они слишком низкоинтеллектуальные, чтобы постичь тайные техники великой системы. Ветер и цветок вишни никогда не будут друзьями, а настоящий мастер никогда не пощадит трех гопников в реальном бою. Поэтому отставьте свои пельмешки в сторону, берите блокнот, ручку и записывайте, как нужно защищаться от трех беспощадных гопников. Расчетливый муж всегда сам выбирает своей жене мажорных любовников.
А настоящий мастер всегда очень аккуратно и правильно выбирает себе учеников. Но есть настоящие легенды, для которых все равно, кого, когда и как ломать. Прямо как наша. Можно здесь ограничить ее, его силу другого человека. То, что мы делали, нам все это рассказать, что спокойствие должно быть, понимаете? Опоры и направления. Но что нам может мешать? То есть она приходит, ну, именно туда, куда лишь надо. На устах мед, а на сердце лед. Это именно про великого и санцеликого мастера на ваших экранах, который не щадит никого. Своим божественным прикосновением нежными пальчиками он может разорвать все внутренние органы и при этом быть абсолютно спокойным, ибо гармония в душе – это залог беспощадного убийства. Моются лишь те, кому лень чесаться. А нашему, почитаемому во всем мире седовласому мастеру, никогда не лень радовать нас новыми комбинациями и невероятными приемами. Кто бы что ни говорил, но этот мастер реально доказал делом, что движение – это жизнь. И причем неважно, какое и что ты там показываешь. Для унитаза все люди на вид одинаковые. А если для вас все мастера тоже одинаковые, очень зря. Ведь есть реальные красавчики, которые спасают наш мир. Они показывают такие приемы, от которых наивных и немножко оторванных от земли учеников становится все меньше и меньше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой прием возьмете на вооружение для субботнего махача. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылке в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойно. Защита! Нога задета, раз-два! Переваривай! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так.